Хорошее впечатление, выиграли. Тяжелый соперник, тяжелая игра. Выполнили, в принципе, все, что тренер сказал. Хорошая победа. Весьма так равно поединок проходил. Все-таки все же, что стало ключевым в сегодняшнем матче? Ну, наверное, мы больше хотели победить за счет самоотдачи. Думаю, мы победили. А насколько было важно вот эту поддержку сегодня ощущать? Потому что я думаю, что это шестой полевой игрок был сегодня. Да, конечно. Когда полный трибун, аншлаг, уже третий матч подряд. Очень приятно играть при такой поддержке. Большое спасибо болельщикам, кто приходит. Это отдельная помощь для нас. Несколько слов о вашей заброшенной шайбе. Она ведь все-таки стала одной из ключевых сегодняшний матч, потому что игру счет размочили, и все стало уже как под нашим сценарием проходить. Расскажите. Ну, получилось. Хороший пас получил. Удачно бросил. Забил. Хорошо, что бросил. Ну, ведь здорово еще открылись. Ну да, пас, как бы, вот я же говорю, защитник, то есть смело дал, отлично, бросил, попал, забил, все хорошо. Вот как раз Николай Кулемин сейчас говорит, что Казань ваша команда, как-то по-особому настраиваетесь? Вот у Виктора Козлова уже интервью спрашивали по этому поводу. Ну, как-то отдельно не настраиваемся, все равно все понимаем, что это дерби и будет очень тяжелый матч.